Всем привет, друзья, меня зовут Андрей, и сегодня в выпуске мы с вами поговорим про непривычно осторожного Маска, который заявил, что корабль Starship возможно отправится к Марсу в 2024 году. Также Илон Маск выбрал район для первой обитаемой базы на Марсе. НАСА представила ровер Transformer для исследования самых недоступных участков Марса. В Японии разработали надувной скутер, который практически не имеет веса. Скоростные тоннели Илона Маска получили ограничения на число пассажиров. Обо всем этом сегодня поговорим в нашем выпуске. Я рекомендую вам подписаться на канал, друзья. Усаживаемся поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Как известно, главная цель Илона Маска – построить колонию на Марсе. Пока до этого явно далеко, но SpaceX уже активно работает над космическим кораблем Starship, который в том числе ориентирован на полеты к Красной планете. На 23-м съезде марсианского общества, отвечая на вопрос о ближайшем будущем Starship, Маск затронул в том числе и марсианские миссии. «Я уверен на 80-90%, что мы выйдем на орбиту с помощью Starship в следующем году. Я, наверное, на 50% уверен, что мы сможем вернуть корабль и ускоритель. Это рискованная ситуация, мы вероятно потеряем несколько кораблей, прежде чем добьемся возврата и правильной посадки. Мы можем потерять, но надеюсь, мы не потеряем ни одного ускорителя, потому что это означает потерю множества двигателей. Первые полеты будут произведены на ускорителях с 2-4 двигателями. Я думаю, что мы вероятно сможем выполнить полеты большей сложности, вероятно в 2022 году, так что через пару лет. Я пытаюсь сделать так, чтобы скорость наших инноваций не уменьшалась, а увеличивалась. Это действительно важно. Фактически, если мы не увидим чего-то близкого к экспоненциальному увеличению темпов наших инноваций, мы не достигнем Марса. Чистой линейности здесь нет. Если экспоненциально мы сможем добраться до Марса, мы, вероятно, сможем отправить туда беспилотную миссию, возможно, в 2024 году. Противостояние Марса, когда планета наиболее близка к Земле, происходит каждые 26 месяцев. Следующее состоится через 2 года. Через 4 года состоится еще одно. Думаю, у нас есть неплохой шанс открыть это второе трансферное окно на Марс. Таким образом, Маск заявил, что возможно первая беспилотная миссия SpaceX к Марсу состоится уже в 2024 году. Стоит отметить, что в этот раз Маск был очень осторожен в своих высказываниях, часто акцентировал внимание на том, что это его мысли и что у него множество сомнений. Для сравнения, несколько лет назад Маск обещал, что первый такой полет состоится уже в 2018 году. Тем не менее, Маск выбрал район для первой обитаемой базы на Марсе. Наиболее подходящим местом для размещения первой базы на Марсе является северные районы планеты. По словам Маска, первым марсианам следует выбирать районы, где есть лед, поскольку этот материал можно будет перерабатывать для получения кислорода и энергии. Кроме того, в северных широтах Красной планеты легче совершать посадку космических аппаратов. В августе 2019 года Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету. В сентябре того же года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship, его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны. Агентство НАСА представило четырехколесный ровер-трансформер DoExel, который при необходимости может разделяться на два самостоятельных двухколесных аппарата. В будущем он отправится на Марс, где будет обследовать наиболее сложные природные ландшафты. Такая схема имеет ряд серьезных преимуществ перед традиционными уже шестиколесными роверами. К примеру, если надо обследовать проблемный участок, то одна половина марсохода-трансформера остается на месте, а другая, отделившись, самостоятельно продолжает маршрут. При этом обе половины остаются связаны специальным страховочным проводом. Его основная функция при спуске по крутому склону не допустить опрокидывания отделившейся половины. После выполнения миссии она с помощью троса возвращается в исходную точку и соединяется с первой половиной. Лаборатория реактивного движения НАСА уже протестировала такой сценарий в пустыне Мохаве, где ровер доказал свою эффективность. Четырехколесный режим обеспечил марсоходу возможность преодолевать большие расстояния, а двухколесный – исследовать сложные географические объекты. Объекты.
Инженеры Токийского университета разработали надувной электрический скутер Пойма, который создается индивидуально для каждого владельца. Достаточно отправить авторам ваше фото, и для вас соберут персональную оптимизированную модель. Скутер проектируется специальной программой под размеры тела конкретного пользователя и его специфическую посадку. При этом каждый владелец волен внести в эту модель любые изменения. Если он внесет в чертеж какие-либо правки, программа автоматически изменит дизайн электробайка так, чтобы сохранить его прочность, устойчивость и управляемость. Когда модель закончена и утверждена, она передается производителю. Скутер состоит из 7 отдельных надувных секций, которые создаются из прочной ткани и прошиваются прямым стежком. Остается добавить электронные компоненты, в частности, бесщеточный мотор и литий-ионную батарею. Готовый электроскутер весит около 9 кг и может ездить со скоростью до 6 км в час, то есть немного быстрее пешехода. На одной зарядке он может проработать целый час. Компания The Boring Company строит в Лас-Вегасе первые тоннели для подземной транспортной системы. Специалисты столкнулись с ограничениями. Количество пассажиров, которые можно перевозить с помощью этой системы, ограничено. Все дело в правилах пожарной безопасности. Скоростная система с электромобилями не может перевозить столько пассажиров, сколько было обещано. На одной из трех запланированных станций максимальный пассажиропоток не должен превышать 800 человек в час. Если такие же ограничения будут действовать на всех станциях, то скоростная система может перевозить 1200 человек в час вместо обещанных 4400. При этом The Boring Company заключила с государственным агентством LCVCA контракт, согласно которому компания получит больше денег, если сможет перевезти больше пассажиров. Если цели контракта будут не достигнуты, то компания недополучит более 13 миллионов долларов из обещанного бюджета проекта. На сегодня все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. По традиции я рекомендую подписаться на канал, если вы не подписались, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, и обязательно поставить этому выпуску лайк. По ссылкам в описании вы можете подписаться на все наши полезные каналы и социальные сети. Также, друзья, не забывайте поделиться своим мнением в комментариях. Ну а я буду с вами прощаться. Еще раз спасибо за просмотр. Я желаю вам отличного настроения, друзья. До новых встреч. Thank you.